Привет, ребята! Сегодня у нас на повестке дня главный вопрос, почему Nintendo стала такой успешной компанией? Я весьма заинтригован и готов разобраться в этом вопросе. Давайте смотреть. Первым и самым важным аспектом успеха Nintendo является их превосходная способность инновировать. Как вы знаете, они всегда выходят за рамки обычных игровых систем. Они создают уникальные консоли, Такие как Nintendo Switch со съемными контроллерами и возможностью играть как в док-станции, так и в режиме портативной консоли. Это действительно революционный подход к игровой индустрии. Также нельзя не упомянуть о прекрасных эксклюзивных играх, которые Nintendo предлагает своим фанатам. Они создают невероятно качественные, веселые и захватывающие игры, которые можно найти только на их платформах. Марио, Зелда, Покемон. Этот список просто бесконечен. Они привлекают к себе огромное количество игроков со всего мира. Кроме того, Nintendo всегда были близки к своим фанатам. Они понимают, что игры ⁇ это не просто развлечение, но и способ соединять людей. Они создали великолепные мультиплеерные игры, в которых можно наслаждаться игрой вместе со своими друзьями или соревноваться в онлайн-баталиях. И, конечно же, не забываем про мобильный сегмент. Nintendo активно развивает игры для мобильных устройств, что позволяет им достичь еще большей аудитории. Помимо этого, они создают собственные аксессуары и периферийные устройства, чтобы обогатить игровой процесс. Таким образом, Nintendo стала такой успешной не только благодаря своей инновационной технологии и эксклюзивным играм, но и благодаря близкому контакту с фанатами и постоянному стремлению сделать игровой мир еще лучше. И это действительно впечатляет. Вот и все, ребята. Я надеюсь, что эта короткая ретроспектива помогла вам понять, почему Nintendo считается такой успешной компанией. Если вам понравилось это видео, не забудьте поставить лайк и подписаться на наш канал. Встретимся в следующем эпизоде.